Конъюнктивит у пловцов – явление нередкое. Возникает, когда в глаза попадает грязная или сильно хлорированная вода. Однако подхватить болезнь можно и на суше. Причина – простуда или микротравма глаза. Лечение назначит специалист, а скорее выздороветь поможет вечно зеленое растение лавр. Измельчаем 3 лавровых листа. Свежих или сухих не имеет значения. Заливаем стаканом кипятка. Даем настояться 30 минут. Процеживаем и промываем глаза. Делаем примочки. Средство окажет антимикробное действие, снимет воспаление, повысит местный иммунитет. Вскоре о конъюнктивите вы и не вспомните.